Потому что там здесь не так хватает, там ничего только нету. А у нас тут что, бедный край, видишь? Только гуси остались. Волосями он скажет. Майк? Кто? Хоккеисты говорят. Разве? Краска может облезать. А он может такое есть? Смысл терпкий. А, снизу подставьте. Да, снизу подставайте. Снизу подставьте. Бегай. Герой, пошел. Ой, ты. Какие. Мама, что это он? Сыплется что-то на ту сторону. А ветра нету, и сыплется все. Да. Все. Ой, это бумаги? Бумаги. Второй зал. Собака там сплит. Все ее выпустили. Че, вот там хоть подожгли-то, нет? А ты идите подальше. Это пеш! Десятое мая, время 2:30, на улице опять заморозок, такая луна у нас, на улице все скукожилось, но в бочках льда нету. Бочки не успели остыть. Так, а здесь сколько у нас? Посмотрим сейчас. -3. Сейчас посмотрим в теплице сколько. Так, теплица у нас.
Ну и чего не хочешь? Замерз термометр. Ну, где-то минус 2. Одиннадцатое мая, утро. Вчера рассортировала всю картошку по сортам. Купила 2 новых сорта. Будем снова 2 новых сорта садить, экспериментировать. С новой картошкой. Василек называется и Родриго. 11 мая утро. 10 часов утра. На улице очень тепло, хорошо. Сейчас посмотрим температурку. Сегодня ночью заморозка не было. Ну вот. Такая температурка. Так, что я сделала? Начинаю подкормки делать цветам. Цветочки распустились. Крокусы. Хенодокса распустилась. Подснежники, сцилла, полянка. Что-то кондык плохо сходит. Пушки не распустилась. Пушкиния. Печёночница, правильно. Пушкиния тоже распустилась. Сейчас засниму. Это печёночница. Так, что у меня? Тут плохо. Плохо. Не закрыла розы лапником и даже не окучила. Похоже, они у меня сдохли. Вот здесь вот. Надо было хотя бы было земли подсыпать. Так, здесь у меня... Крокусы. Вот такой крокус. Такие крокусы. Это крупноцветковые все. Вот этот мелкоцветковый. Так, тут пролеска распустилась, такая миленькая.
нее цветочки очень миленькие. Хена докса белая. Здесь крупноцветковые крокусы весенние. Пионы просыпаются. Буду на этой неделе чистить их и буду подкормки делать. Вот тычиночки красненькие. Здесь крокусы у меня белые. Дальше пошли. Здесь крокусы отцвели. Тут пушкиния распустилась. Желтые крокусы, тюльпаны The Fest распустились. Сейчас подойдем. Вот они самые ранние у меня. Их можно и выкапывать. Что у нас здесь происходит? Здесь у меня в прикопе были лилейники. Поставила их в теплицу уже. Вот здесь вот. Так. Чеснок пошел в рост. Вот такие тычочки уже пошли. На всей грядке. Так, вот эти все грядки. Вот эту грядку таламитовой мукой посыпал, раскислил. Потому что здесь рос картофель, потому раскислила немножко. Как раз перед дождем рассыпала. Где-то на квадратный метр 200 грамм таламитовой муки просыпала. Здесь грядку, ту грядку и там грядку. Так, здесь... Тоже потихоньку все распускается, влезает. И здесь тоже. Здесь у меня тюльпаны в перемешку с чесноком посажен. Тоже всходят. Влезает потихоньку. Красавчики. Так, здесь посажено новых 8 сортов
Вот таблички. По табличкам. Там крокусы еще у меня под малиной бриллиантовые еще цветут. Так, здесь тоже крокусы распустились. Такие вот. Посажены были позапрошлый год осени. Там пушкинья распустилась. Тут у меня ясли. Буду рассаживать скоро все это. Этот ряд тоже буду рассаживать. Здесь будет грядка. Тоже пушкинья распустилась. Это все один и тот же сорт у меня насажен. Так. Здесь у меня карликовые нарциссы. Они самые первые распускаются. Тоже бутоны набирают. Они махровые, желтые. Очень плохо размножаются. Долго у меня. Так, теперь в теплицу чего? В теплицах. Так, достали хризантему, виноград. Виноград, все ветки сухие были. Вот одна вот эта только вот живая здесь. Посмотрела, вроде сок. А здесь все, вся часть сухая. Так, хризантемы пока тоже в таком состоянии. Тоже не просыпаются. Так, вот это лилейники, которые я прикоп делала. Вот стоят, обсыхают. Вот таким образом они у меня были тут прикопаны в земле. Ну ничего, вроде перезимовали. Буду их рассаживать. Так. Здесь чего? Пока так все. Крупчик подрос, лучок. Редисочка начинает набираться. Тоже. Маленькая еще. Ну, пошла. Так, тут цветочки. Капуста кале так и не взошли семена вот здесь. А декоративно капуста взошла. Так. Проращиваются гладиолусы. Лук китайский вот поставил на проращивание. Это китайский летний лук. А это купила луковица французские. Вот просыпаются корешки. Так, привезла самую маленькую рассаду, которая если замерзнет, не так жалко. Так, петуния вот такая у меня, рассаживать буду. Так, и здесь 5 мая посажены кабачки. Тут у меня лекарственные растения. Патиссоны, кабачки. Вот так, пока так.
Сейчас капусту посмотрим. Капусту вот так приоткрываю. Щель делаю, потому что там очень температура большая. Больше 20 градусов. Так. Свекла. Свекла зашла. Укроп тоже. Все хорошо. Вот такие. Свекла цилиндра. Бордо. Так, капуста. Колобок проредила. Вот такая она теперь. Так. Амагер проредила. Вчера все продергала. Чтобы оставила сколько мне надо. Так, СБ-3 наконец-то зашла капуста. Вот этот ряд. Долго не сходила. Так, и подарок два ряда. Подарок вот эти вот два ряда. Так, здесь казачок. Тоже хорошо зашли. Так, цветная белая, которая тоже вот зашла. Так. Брокколи очень долго не всходила. Вот тоже начала только-только вылезать. Здесь капуста цветная ракушками. Вот эти два ряда. Вот она такая. Тут пекинская два ряда. Семена все высеяла, потому что на следующий год они все равно не схожи будут. Так, здесь три ряда редиски. Один ряд не зашел редиски. Семена старые высевала. Вот так вот. Буду сегодня подкармливать. Комплексным удобрением буду за фоску разводить и подкармливать. И буду делать золой пересыпать, потому что земля начала зеленеть. Ну, пока так. На ночь все-таки пленкой все равно закрываю. Потому что на 9 мая у нас было минус 4. Ну вот и все. И сегодня на 11 мая. Здесь у меня кусты в прикопе. Надо открыть. О, червячков сколько. Открытые. Здесь их даже, ну вот, кустики в прикопе. Вот здесь все закопано у меня. Такой бугорок сделан, чтобы вода не стояла. И здесь они даже не распакованы, просто политы и зарыты. Макушки здесь, корешки здесь. На 11 мая снега уже мало осталось. Только там, в тенечке. Только в тенечке снег остался. Здесь везде весь растаял.